От мамы потерялся или что? Волосик. Ну, ситуация такая. Есть у нас поселок Отрадная, станция Отрадная. Волосик. Там до леса больше километра. Совсем только подражу. Я лесничим, мне позвонили, что вот лосенок к ним прибежал. Мы посмотрели, так, его стали поднимать егерей. Егерям никому эта тема не интересна, охотоведы и так далее и тому подобное. И собрали кучу бумаг, которые нам сказали. Да, да, надо бумаги все нам. У меня они с собой, три бумаги. Вот, в общем, задействовали местных жителей. В общем, грубо говоря, она сама пришла. А? Пришла в деревню. Да, да.